разочаровалась в мужчинах наших. Вот, поэтому я хочу попытать судьбу и счастье в другой стране, и мне почему-то кажется, что у меня там все получится. А насчет материального положения, нет, мне не важно, чтобы он был там мегамиллионер. Мне важно, в первую очередь, мне главное, чтобы были эмоции от меня, исходили от него, любовь, уважение. Ну и, естественно, чтобы, конечно, просто хочется стабильности. Вот. И чтобы хотелось, чтобы мужчина просто видеть в нем какую-то... Что он не стоит на месте, он что-то делает, что он старается для семьи. И готова ли я переехать в другую страну? Естественно, если это будут взаимные искренние чувства, то я с удовольствием, не колеблясь, буду уеду в другую страну.